Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня битва гильдий на русском сервере. Давно я вам уже не снимал, давно я здесь не трешивал, и настало время попробовать пройти. Опять миносиком, давно я забыл уже, что это такое бегать минотавром. Сейчас попробуем потестить. Даже пятая ремка стоит как-то, ну, не солидно. Так, вот такая вот, даже не так, сейчас поставим, чтобы стан Минотаврик. Кого еще возьмем на добивание? Так, Огника, в принципе, тоже надо взять. Зуля, в принципе, пусть будет. Ну, Анубиса сделаем с ремочкой. Так, Анубис у нас ремочный будет. И кого еще? Что-то все полурассобранные. Окей, думаю, нам этого должно, в принципе, хватить. Поехали, посмотрим, что там за противники. Оу, это серьезно, 415. Понятно. Значит, бьем троих отсюда, одного оттуда, а там дальше будет видно. Так, что у нас тут есть? Фрейка, отлично. Значит, пробуем вытащить. Давай, Фреюшка, приди. Девяносто девять процентов. Вот видите, что-то не добили. А не добили, знаете почему? Потому что у нас не хватило просто банально одной цели. То есть вот так вот. Не надо там никаких баферов. Можно вот так вот минотавриком не заморачиваться. Смотрим, что там у нас следующий топ. Тут вообще юнитов нет. Но зато опять есть Фрея. Вот чем мне нравится Фрея, что ребята не понимают, что реально все делается вот так вот на раз-два и все. То есть Фрея на дефе это сразу же минус. Любой расты. Ну, конечно, есть расты там, где сложно, типа это. Но есть у вас Фрея, все. Пишите. Пропало. А вот тут, кстати, нету Фрей. А, не, есть тоже. Я-то думаю. Надо, кстати, попробовать этого. Блин, зачем я вышел? Тут же все здания вокруг стоят, чему паримся. Да. Конечно, зря я так седну пустил. Ну, у меня, в принципе, есть огник. Так, надо, наверное, все-таки Анубиса с водушкой взять. Сделать. Кстати, я вам сейчас покажу. Настолько актуален, но без водушкой. Ну, в принципе, в какой-то части. Я там где-то был, ну, с воодушевлением. Мне лень просто переставлять. Есть такое водушка. Можно было бы просто железной волей взять. Давайте мы так и сделаем. Чем мы должны париться вообще по поводу битвы гильдий? Есть оно без железной воли. Такс. Ну, железную можно рунами поставить. И все, и пофиг на стрелка. Все, мы убрали всех юнитов. Все юниты до свидос. Без потерь даже. Такс. Следующий наш топ. Мега топ. Топ топов.
Нифига себе, вы видали это? Вы это видали? Минотавр убился. Это мы случайно на первое вышли. Давайте еще кого-то одного бомбанем. Так, тут, по-моему, никого нет. Тут 350, а тут... Значит, отсюда. А, нет, все-таки того, который 350, придется бить. Жизнь, боль. Ого, нифига себе. А, там юниты были. Неожиданно, кстати. Не ожидал. Подстава это была. Итого. Пару минут. 5 минут, по сути. Мы прошли всех. Ну, можно было бы поинтереснее. Конечно, было бы поинтереснее, если бы были бы топы какие-то. Ну, а так, в принципе. Что маем, а то маем. Окей, поехали. Бэриком сейчас попробуем. Ну, Бэриком обычно у нас не получается. На сардельку. Сардельта Сьон. Так, что тут у нас интересного? Я думал, сейчас дадут нам мега, там мега имбу какую-то. Там размечтался. Так, забираем плюшки. Войти, получить. Отлично, неделя как раз закончилась. Супер. Ну, интересно, что в магазине скидок на сардели? Ну, 2500, это, конечно, дороговато. За 10 пропусков. Ну, вот видите, как самики быстренько можно получать. Оп-оп. И все готово. Так, хорошо. Что там у нас на шаре? Ничего не ввели? Ничего не ввели. Ленятся они. Так, вот берем наших друзей, которых я всегда использую. Черепа, в принципе, тоже можно. Так, кого-то надо убрать. Кто-то здесь лишний. Окей. В прошлый раз я, короче, битву гильдии проходил. У меня там было 10 минут, и мне пришлось там проходить. Блин, там жестко было. Жалею, что не заснял вам. Но это просто очень был полный трэш. А, так, ну что, попробуем посмотреть, что наша Фрея тут скажет. Если мы сделаем разгончик. В принципе, должно быть интересно. Отхилов тут особо нет. Можно еще и седну подключить. Вот, все отлично. Плюс ворожей, тыковка разогнала. Конечно, бы мне сюда воодушку либо исцеление на тыкву, вообще был бы кайф. Ну, и так хорошо. Так, первый есть. Скажите, что за фигня? Ну, а зачем заморачиваться бить? Лучше не слить. Нормально набить. О, тут Рину. Не знаю. Нет, тут опасный. Опасный тип. То есть 500-700 я стабильно набиваю. Можно, конечно, заморочиться и больше набить. Можно взять топа. Но пока мы не докачались, нам тут нечего
ставить, делать эти эксперименты. Потому что можно, как обычно, нарваться, как зачастую это бывает. Жесткие типы. О, кстати, отличные. Правда, тут с эволюцией героем, но попробовать можно. Хотя седно. Опасно, опасно немножко. И башни, смотрю, тут прям лютые башни. Не-не. Тебя и трогать не буду. Рано мне с тобой. Мне бы, конечно, Атлантика, ремочку. Вообще было бы чудесно на многих. Так, что тут у нас? Укрот, тыква, череп. Кстати, неплохой вариант. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем выманить черепа. Отлично. И на тыковке сейчас. Тыковка должна разогнаться. Ну, должна разогнаться, я сказал, а не слиться. В принципе, он несложный. Давайте еще разок. Делаем вот так. Раз. Тыковка 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять, и его слили опять. Не, нормас, не должны мы тут слиться, по идее. У Фрея под разгоном сейчас будет просто их. Должна, по крайней мере, шатать. Эй, не сливаемся. Нифига себе бульдозер, посмотрите, что он там чудит. Отлично. Вот нравится мне Фрея, конечно. Просто топчик. Тише едешь, дальше будешь. Так, окей. Давайте кого-то поищем. Поинтереснее. Может, кто-то есть здесь. Но я думаю, вряд ли. Тут эволюции уже пошли. Ребята серьезные. Тут, кстати, могут быть шестидесятки. Но эволюции сразу начались. И тут я понимаю, что ну его нафиг. Так, череп, одер, горгул, душек. В принципе, можно попробовать. Почему бы и нет? Так, минус седна. А там Дрейк есть. Ну, тоже, в принципе, он не особо сложный, но... Так, Анубис. Нам еще рановато против Анубиса воевать. Ну, тут, кстати, неплохо. Можно попробовать. А тут тыковку, а тут запустить Фрею, как вариант. Вот видите, у него уже есть смотритель, ему уже попроще. Посмотрите, посмотрите, что у нас на разгоне творится. Просто ай-яй-яй. Просто читерство, чем мне нравятся юниты. Просто изи. Такс. Что у нас осталось еще? Две попытки. Что-то мы медленно ракуем. Да-да-да. Купидон, череп. Ну, кстати, тоже вариант неплохой. Что, попробуем? Заодно посмотрим, насколько... Если сольемся, то сольемся, конечно, обидно будет. Но хотелось бы, чтобы тут Фрея показала себя во всей красе, но она, скорее всего, она не успеет разогнаться, пока мы Купидона убьем. Да, тут уже эволюции пошли у ребят. А у меня еще нет. Это печально. Вот тоже печалька. Фениксу какой-то, ну не знаю. Поехали. Попробуем. Там Дрейк, конечно, у него 180 есть. Он может неплохо нас шатануть. Ну тут. Тут, думаю, без вопросов мы и должны справиться с ним. Раздутая сила.
Так, отлично. Ищем дальше. Еще одного противника. Ну, как видите, можно проходить. Давайте среди этих поищем. Так, Рину. Давайте ради интереса попробуем всех выпустить на Рину. Вот вам результат. Выпустили. Оно, знаете, кажется, может быть герой там не прокачанный. Тут только фигась. А у него там 8-9 скилл. И он твоих просто всех нафиг убил. Как здесь стрелок есть. И, ребята, он тащит плюс малышник. Ты нифига сделать не можешь. О, отлично. Череп Дрейк. Смотрите, что они сделали с моими. Просто жестко меня унизил. Зачем такое делать? В принципе, смотрите, я уже 706 набрал. Тут я так понял, мне тоже ничего не светит. Ладно, будем искать. Среди них истинного джедая. Надо, кстати, утекание будет забрать. Все будет просто изи. Вот тоже, в принципе, легкая раста. Легкая мишень. Хотя, не совсем, я думаю. Видите, что Дрейк делает? Уже говорю, не совсем. Смотришь, вроде так все заманчиво. А этот Дрейк, блин, ну реально все портачит тебе. Смотрите, минус 2 героя, сволочь, сделал уже. Дрейчище прям. Так, тут герои с эволюцией уже. Так, ну что, попробуем этого Кактарину вытащить. Блин, тут стрелок есть. Как же я вас не люблю. Рибит череп. Анубис. Можно, конечно, было бы на тыковке разогнаться, но... опасно. Вот это по-нашему. Раз, два и все. Плюс 163 очи. Очеча. Еще можно и седушку кинуть. Для полного счастья. Ну, это опасно, 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 опасно. Это очень опасно, кстати. То, что вы видите. Супер. Вот так вот. Новый рекорд. На тыковке 869. Итого 84-76. Ну, красавчики, чё. Посмотрим, сколько у нас сегодня будет минус. Ну, так, а чё у нас станция скажет? У них тоже много не прошли. В общем, вот так вот. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.